Ой, все. Или не все. Все зависло. Да. Меня тоже подвисло, кстати. Да. Меня тоже. Хм. Ну это общий пинг уже, это похоже от свернов, и я и завис. Либо еще что-то. Это было решать. Это кто у нас? А, я смотрю, да. Ну, все равно меня обгонит. Я его так дальше сказать. Я уже все не могу. Максимум выжимаю. Ты, может, 300, а дальше все. Не знаю, не знаю. Что-то подлагивать у меня немного. Ты врезался, да? Ну да, там он еле разворачивался. Что я случайно? Я просто так вот такого не делаю. Если. На форзе это да. Можно по бездорожью, но я поеду по этой же шоссе. Чё-то Степан далеко уехал. Да-да, я знаю лес, ну там все равно фасады. О, так, я не слетел. Хм. Ну мы тебя не догоним тут точно. Да я вижу на карте, Серёжа. Как это так? Так, карты. Я сейчас скоро. Ой, куда-куда? А, дальше песок, я еду прямо. Нитро у меня есть только один был, ну как бы из четырех, ну тут как бы, знаешь, длинный есть, длинный, система на четыре, типа я был. А, вот вижу, Степан, он там по пиздороже едет. Какой у меня еще даже, а так, да. А нет, получится, я сейчас топ. Понял. Специально, типа, ай, типа, случайно. А ничего ж не мешало под сейчас. Я вот сейчас опять ударился. Кто куда приехал? А, понял. Понял. Кто приехал? Кто-то въезд на объезд. Или это я объезд? Прям очень сильно. А это кто еще? Ты его хрен помешал. Что я могу сказать? Побеждают там не честно. Да. Да. А ты честно. Ну и самый честный же проигрывает, то есть я вообще на стоке. А я по чисто по GPS еду, так что так не знаю. Так я пока поставочку получу. Еще?